все, чем занимается Наталья Каргапольцева, в двух словах не опишешь. Она профессор Оренбургского госуниверситета и, конечно, активный общественный деятель, директор ассоциации Оренбургский университетский округ. Ассоциация – это прежде всего был образовательный кластер. Мы общественная организация, наши отношения действительно больше представляют отношения, построенные на интересе. Другими словами, все 11 лет они дают жизнь образовательным проектам, к тому же помогают одаренным детям. И все это бесплатно. Наталья Александровна очень гордится исследовательскими работами школьников и аспирантов. Идея не заставит написать, а подстегнуть интерес к познанию. К этому проекту она приложила немало усилий. Елена Николаевна, берите работу и проходите сюда. Елена Шутова принесла очередную порцию научных работ. Она знает Наталью Каргапольцеву со дня основания ассоциации. Большую и важную роль в подготовке особенно выпускников наших, потому что вот ребята, которые принимают участие в конкурсе, вот опять же сейчас, например, они получают сертификат на вот такие вот такое, на индивидуальное консультирование педагогами. Областная премия вручается Каргапольцевой Наталье Александровне, директору ассоциации Оренбургский университетский учебный округ, город Оренбург. Но сегодня не она, а ей вручали награду. Наталья Каргапольцева стала женщиной года. Признается, к такому вниманию не привыкла. А получать признание из рук губернатора очень волнительно. Самое главное волнение, наверное, теперь уже радость в том, что среди достаточно большого числа участников этого конкурса, 108 человек, я оказалась в числе тех, кто получил это признание. Вместе с Натальей Каргапольцевой награду получили и другие дамы за то, что милосердные, бизнес-леди, многодетные матери и лучшие в своей профессии. В преддверии 8 марта женщин поздравили первые лица региона. Женщины Оренбуржья – самые красивые, самые лучшие, самые добрые. Женщины у нас и деловые, и умные, и красивые. А самое главное, что они заботливые. Инга Патрушева, Дмитрий Журавлев. Наше время.